Еще что? Меган не собран. Не, если что. Можно? Напиши там, слышь, мне там стучится в дверь. Во. Вот так. Нет, вот я сказал, ты дверь открыта. Он за мной идет. За мной. Я сказал, дверь открыта. Так я мы этого не... Мы не услышали этого. Ну, нет. Подожди, не-не-не, тихо, тихо, сейчас, стоп, все. Я зашел. Который закрыт? Ну я типа отыграл, вошел, приоткрыв дверь. Четкий скин. Надо было какой-нибудь, знаешь, бомжатский интерьер сделать, типа притон. А коксом в притонах не торгуют, держу в курсе. Ай, блин, жалко тебя уволить. Я нравится. Тогда, если что, по РП кину, если посмотрите, да? Угу. Дай. Угу. Хорошо. Помыть? Да. Без точки на все. Откати ты. Два раза точка. Обязательно? Откатить? Два раза. Хорошо. Я отыграл, на столе лежит купюры и порошок. Давай. Сказал, что там купюра, ну ладно. Не-не, подожди. Так. В смысле действует через 5 минут? Вы вообще знаете, как он работает? Ну, оно через 5 минут будет. Он Нет. Оно сразу. Приход сразу, алло.
Он должен был, типа... У него должны были глаза немножко заслепить. Блять, а я сижу просто застыл, смотрю на эту картинку Вайнвуд. Я даже чата не читаю, вообще. Какую картинку? Вон, справа висит картинка. А, да, тоже на. Блоха. Покатилась скупая мужская слеза. Ой, эту эрку можно сделать в три части. Е-е-е. Смотрите, мы сегодня сделаем две РПшки. Смотрите, мы спалим его. Сейчас, как только приедем на ЛКН. Возвращаемся к нему домой, его дома нет, и мы тут все переворачиваем. А только на следующий день его находим. Отлично. Ответьте кто-нибудь, что вы стоите как... Берите у него кейс, а я ему телефон. Забирай ты. Я? Я ничего не хочу делать, да. Конор, а сколько твоя шляпа стоит? Знаю. 5000 эта шляпа. У меня есть такая тема года. Моя тогда сколько стоит? Класс, у меня другой кейс стоит. А, смотри, сейчас как сделаю. Твой передал кейс? Пишите пару. А как говорить шепотом? Слэш С. А с чем мы не видели что-то? А что он там сделал? Я не знаю. Сол, ага-ха, я их обманул. Шепотом сказал. Так, теперь что мы делаем? На базу едем. Едем к Амато. Зачем? Ну, он попробует. А, все, отлично. А, я полагал. Давайте даже побежим к нему. Че, без тачки просто? Да, просто побежим. Я даже запись не достанавливаю. А кто взял мой буллет? Вот почему он здесь стоит? Я не знаю. Сука. А тут же тачка стоит. Вы не на ней поедете? Нет, зачем? Ладно. Дима пока стоит. А так, отлично. Ладно, я ушел из дома уже. Он такой проверяет и видит, подожди, что там шпатурка и говорит 5 или 6 часов. Красиво. Дим, пошли что на КБС.